Ну вот и начинается групповой этап. Команде посчастливилось начать его игрой у себя дома, на глазах у родных, близких, ну и на глазах у начальства. Это очень ответственно, особенно если учесть, что начальство, я так думаю, найдет таки средства, чтобы везде преследовать свою команду и везде на них давить своим авторитетом. Ничего, ребята справятся, опытные и впервые. Приветствую вас, дорогие зрители. Я Василий Уткин, рядом со мной мой коллега Василий Соловьев. Итак, до начала игры считанные секунды. Она обещает быть интересной. Посмотрим, сдержит ли она свое обещание. Трибуны ревут, зрители предвкушают начало игры. Шок арбитра. Что ж, сегодня мы видели настоящую борьбу. Лоб в лоб, плечо в плечо, кость в кость. Я и Василий Соловьев, мы вдвоем прощаемся с вами. Всего доброго, до новых встреч. Играйте в футбол.